Атомный подводный ракетный крейсер «Юрий Долгорукий» вернулся после первого дальнего похода в Арктику. Он длился 2 месяца, и сегодня субмарина прибыла на главную базу сил Северного флота «Гаджиева». Значительная часть пути пролегала подо льдами океана. Экипаж доказал, что способен выполнять задачи в сложных условиях. Основное мероприятие. Значение Арктики для России и для стран всего мира оно очень велико. Мы продолжаем осваивать арктический регион. Это первый поход подводного крейсера в арктический район. Хотел бы отметить, что высокую надежность материальной части, технических средств, которые у нас находятся на корабле, ну и, конечно, высокий профессионализм своего личного состава. «Юрий Долгорукий» – главная субмарина проекта «Борей». В состав флота она вошла в 2013 году. Крейсер оснащен межконтинентальными баллистическими ракетами и торпедным оружием. Основное мероприятие объявляется...